Сейчас позову. Эй, блин. Что за фигня, что настроя? Короче, я ждать никого не хочу. Сейчас придут. Где они, что делают? Сейчас подожди. Так дела не делаются, как говорится. Все, действовать. Так что, я каски сдаю? Угу. Чья броня? Дайте броню. А, я знаю, чья. Ну хуй. А что, Войт, молчишь вообще? Я тебе пишу, а ты молчишь. Я? А кто? Что-то какие-то тупые вопросы. Отдай броню, блядь, что дурное что ли, блядь. Все, это, запустил босса, короче, давайте бить. В смысле запустил? Поехали уже, что ли? Пошли, поехали, поплыли, полетели. Полетели! Кулачок, дайте еще. Я тебе сейчас крикну. Опа, это. Топ ДПСер, кто? Давай, Рубин. Войт! Лимон, кто там второй? Я. Значит, ты первый, Лимон. В смысле, а Войт что, тоже в танка? А сколько танков? Ладно, в три танка. Давай в ДД, Войт, быстрее давай. Давай в ДД, ДД. А кто танк еще? Я и Ауди. Ауди и Паладин. Ну ладно, сейчас Фурикас. Давай в ДД, быстрее. Лимон, твой правый будет червяк. Не успел. Угу. А, ну все, танчите, я спать. А чё ты? Я думал, ты ретрик. Зачем тебе протопал аспект? Удаляй. Слышал? Ну нет, ретрик. Только протопал. Научишь танчить за протопала, удалю тогда ретрика. Так у тебя протопал же. Ну ты же мне говоришь, зачем он мне нужен, делай ретрика. Ну, у тебя чё, нет ретрика? Да, найдем, не вопрос как-нибудь со временем. Сова, зайди ближе, сова, зайди ближе. А ты знаешь, где я за протопала танчу? Нет, не знаю, но я тоже умею танчить за протопала. Ну научишь, да? Да. Ништяк. Просто берешь, кидаешь. Сова, зайди, сова. Да не беспокойся за сову, сдохла сова, ничего страшного. Точнее, маг. Сова? Мага резнуть или не надо? Да не, не надо, пускай прижит, посмотрит. Восемь прокалов, нет, нормально? Да, нормально. Чё-то не кажется, что это нормально. Да ты танкуй, а Честер выхилит. Да там не проходит урон, ты видишь? Ну как-то да. 18 тысяч урона в секунду. Раз в 2 секунды. Я не чувствую этого урона. У тебя белка и Честер. Чё ты боишься? И что ты хочешь сказать, здесь так и не работают как надо? Тут вообще ничего не работает. Чё-то кого мы понабрали? Партизан. Нормально. Каких-то ДД слабых. Я бы уже 20к дал ДПС. Хочешь так и не упашу. Багни. Где-то 20к ДПС дашь. Вот здесь 10 ом? Да. Давай посмотрим. 20к. 22, я бы уже ждал. Но тут у меня людей много. Я бы сейчас тут высказал бы вам свой. Так, но я правый. Ты себе а боб, ну, Роме, да? Роме, а покажи мне рекаунт. Дай себе боб. А, что у тебя там? Я не могу, у меня... Ну все, живи тогда. Вот же ж, блин, секунды не хватило. 20к ДПС. Круто. Давайте реснем мангу. Ну, ресни, если хочешь. Девочка, просто жалко.
Сотри токсин там на ком, в рейд только не поверни эту дуру. Червя своего. Ну, токсин, смотри. На мне, тебе ко мне надо идти. Вот ты стоишь там, да? А нужно меня разморозить где-то. Вот видишь? На череп все бегите, кто да там будет. В токсине, в зеленке. Вон, пусть этот Ауди танкует. Откинул у тебя, и на мне токсин. Ну, ничего страшного. У тебя баба есть. Так, надо отвернуть, говорят, от рейда, но это не... Ой, она вон там вылезла. Ну, отверни тогда. Сейчас по рейду пойдет это. Подходите к огненной и хильте, пожалуйста. Честер, там подбеги сюда. Вот, разойдитесь в рейндж, быстрее разойдитесь, на ком огонь. О, нормально, пацаны. Да я бабло не сниму. Этот, Честер, подойди похиль, где ты там ходишь? Видишь, я тут стою, с этой курицей, она не двигается. А мне все забагалось, мне надо релок делать срочно. Ну все тогда, белка одна хилит. А че у нас так ДПСа мало, это же вообще жесть какая-то. Ауди, у тебя... Кого ты набрал-то вообще? Вообще набрал непонятно кого. У тебя ретрик... Дайте мне ману. Да нет, там ретрик. Да сейчас я после этого босса ливну, доберите себе ДД, блядь. Зачем ливать, ты потанчи просто, я подамажу. Проводи босса, проводи. Великий. Так, а что ты 20к ДПСа покажешь, да? Да, может быть 25. Это лужа, честно, как дела в лужу? А, блядь. Этот третий друид ресы, кто не ресал, еще Честера ресы. И сразу озарение по нему. Я озарение по нему. Честер, ты упал, что ли? Ты опять уже. Нужный человек, блядь. Че ты полужишь? Тихо, бейте этого дурака. Так, что у него фаза подземная? Это получается сейчас брызги пойдут. АУЕ. Если по миликам кинет, вы сдохнете сразу. Давайте сейчас. Приготовьтесь разбегаться. Рейндж словите, РДД вместе не стойте. Сова, рейндж от мага слови. Немножко ближе можно было подойти. Сейчас плюнет в рейд, если... Вот, брызги в рейд, разошлись. Вот, на маге только. Все, маг, стой спокойно, бей. Может, глыбы скинуть, кстати, добавить. Все, теперь этого дурака лечить надо. Че он встал? Не знаю, что встал. Потому что завис, но... Завис, если все. Угу. Флёк. Фервак упал. Видишь, как только 20к начинаю давать в рекламу. Да не говори, ебать. Да сервак-то в ахуе просто. В этом не осуждаю. Значит, у него были свои какие-то причины, раз он так поступил. Кто как поступил? А, там наш один загильдий. А, вы про Малого-то? Ну да, я же говорю, я просто его сегодня видела, я с ним не общалась, ну... Что сказать, как было? Роми общался, Роми видел. Кстати, я танчил Фурика шмоти, ё-моё. Ну да. Пекаешь, да-да. Так, чё, ждём кого? Ауди, Агру, Роми, выходите. Смотри в чате, что пишут. Поставки или бум? Поставки или бум? Бунд. А что за поставки? Ну там кристаллы такие. Бунд дали. Да? Тебе муд? Да, муд дали. Наверное, я смотрю, теперь стали писать. А вот это голову, наверное, разбандили. Бунтак или бунт, ну ты пишешь, конечно. Чё там, я не понял, вы базарите? Мы бунтуем, получается, хотим поставки. Говорим, ДПС у тебя плохой. А, танк у тебя плохой, не одетый.
Заявите на меня, хуля делать. Могу ливнуть, кстати. Заходи, пускают. Рой, мяуди, заходите. Слушайте, кто-то вообще вон в ДД шмоте танчил только шо. Так угу. Вот вчера Чиндру в ДД шмоте танчил. Нет, кто-то обещал научить танчить. Ну да, но после рейда потом. Не вопрос. Из-за протовара особенно. Из-за протовара могу гайд показать. Отлично, отлично, вообще отлично. Роми, заходи, блин, одного тебя ждём. А чё вот этот Ауди, он не знает, да, кто такой Войт с X1? Я тебе больше скажу. Войт не знает, кто такой Ауди. О, заходит. Вы друг друга вообще мало знаете. Чё мы мало знаем? Друг друга вообще мало знаете. Не, ну есть такое. Не, ну я тебе просто говорю, ты просто не знаешь, кто такой Ауди. Народ, так, кто у нас на Набелка? Эрдру. Краткая справка. Это я, что такое? Audi GM Global Underground на X1, которыми я играл год. Я не слышу, когда говорят двое, извини. Прости, пожалуйста. Потому что, когда я говорю, все должны молчать. Вот и все. Я говорю, для тебя есть одна маленькая подсказка. Вот, Audi это GM Global Underground. Подожди, мне интересно, что за подсказка? Все. В голове, который 25 сил заклинаний, 2% инты, на сокет, который 21 интеллект, и вероятность восполнить ману при применении. Он тебе для хила будет намного действенней. А ты давай, если перехилишь ее, тогда потом будешь возникать. Да, реально. Смотри, братан, ебать, чтоб я тебя сейчас удивлю по ХПСу. Смотри, какой у нас идентичный ХПС. Я ИВЛ 254, а она 248. По поводу хилов, ребята, не надо здесь учить хилов играть. Просто воздержитесь от комментариев. Все, вообще воздержитесь все от комментариев, босс выходит. Честно? Какой сокет подарили, такой и ставил. Давайте то, поменьше флода и пронесем, слушайте. Давайте потом про хилов поговорим. То, что ты мне сказал, Лимон, типа там ГМ, это я и так знаю, что ГМ андеграунд. Давай танчи в центре, красава. Разошлись на рейндж, босс будет давать сало 20 метров от себя. Вот дал прикинь, нормально. Прикинь, вообще еле-еле. Дальше, нет, только как босс будет бить. Мы будем бить его сегодня? Нет, давайте. Нет, дружище, если я тебя не устраиваю, я могу... Как бы мне... Все нормально. Уклонить. Как бы, если я тебя не устраиваю, как бы, то что ты нам не хочешь рассказать, топало, товаром, ну, смысла нету, я думаю... Тава, подойди к боссу. Да, однозначно. Давайте снова ты... время транзуем. Алло, прием, ребята. Вы можете помолчать просто? Или все. Да ну чё за босс, чё на нём релить, я понять... Я не знаю, от входа всех уже голова взрывается, я... Не знаю, блядь, мне некомфортно. Давайте потише. Вот и все. Я просто прошу вас чуть-чуть помолчать. Мы с тобой ролл не кинули на то, кто будет терять. Ну-ка, кидай, я сейчас прям. Люблю в тишине тратить. Вы же знаете. Я не люблю пиздоболи во время тратить. Убили, попиздели, пульнули босса, заткнули рты все. После босса снобльдов добили быстро. Ава, подойди. Мой правый червяк, Ауди левый. Добиваем вассалов, обоссалов этих. В ДД переключились. Он ползет, червячка моя. Саня, я смотрю, ты и сам неплохо справляешься. Убьем правую все. Ава, правую. Правую, это значит, которая моя. Вы уже отводим. Все бьют левую. Лимон, ну я их прожму, блядь, на плевке, но я думаю, не особо может. Ну, нормально, я пробегусь. А, не прожму. Разморозь, разморозь. Давайте, подойдите, добавим сюда. Еще. Вигор бабл есть. Все, бьем правую. Еще раз, Лимон.
Угу. Где вы там? Быстрее. Ауди остался. Забери. Бьем трубу. Забылось вообще весело, я смотрю. Роми в стенку смотрит. Да потому что на мне дебаф висит, я не должен в рейде быть. Я вижу. А что сейчас вылезет от шмара, добиваем слово ХП и набираем рейндж. Потом не да достала она опять. Убери ту Егор ползущий. Давайте вам ползущую стену. Сколько? Или в центре 5%. Давайте в центре задам, выпутываем. Ну и все, держим рейндж. На ком дебаф мансуют. Уже там льет. Блин, я от белки, белка на меня. Вот если бы не хил, я бы прям побежал бы еще, а так пришлось убежать. Наберите потому... чуть-чуть, наберите рейндж от танка, кто там не лезет, блядь, все медики. Вас не дамажил, хвоста можно бить, не получая урон. Отлично. На ХП смотреть лимонада, 200к, о чем? С одной стороны не стойте, чтобы не ловить конус вместе. Окружайте его со всех сторон. Кто не сумеет отбежать от рывка, 100 голды мне потом в обмен. Я вам расскажу тайну одну. Тут фигня работает такая, что если на вас бежит и вы не успеваете отбежать, бегите прямо на него. Да. Вы пробежите через... Так и работает у него эта батл-зона. На кого бежит? Не а... знаю на кого. Ага. На кого бежит? На сову агро. Беги прям в него сова. Ну, нормально. Зачем бежать в него, когда хватает скорости отбежать от него? Да потому что у тебя, если ты на него побежишь, у тебя больше дамага нанесешь. Кому? Ты чуть-чуть на него и сразу дамажишь. Да, можно бить его, пока бежишь на него. У него, смотри, как работает, заметил, он, у него работает вот этот стан. Не то, о чем нужно говорить. Ну, в любом случае. Сказал Лара, разок, все дальше выполнить. Войт, на ХП кричи. Войт умер. Пал смертью храбрых. Ауди. Угу, еще соточка. Че он под землю взрывается? Не знаю. Блять, а че на меня что ли побежал? Угу. Сотку проебал еще. Да я в туалет вообще ходил. Я чуть не думал, что будет на меня бежать. Извиняюсь, ребят, виноват. Ты чё, Войда, никто не будет поднимать, что ли? Зачем? Не надо. Сколько надо паладинов бы? Смысл? Ой, паладинов этих. Смысл БР тратит. Вообще никакого нет смысла. А чё, мы с Агара должны вдвоём тут бить, ну? Бейте. Запариваем в текстуру и убегать. Ладно. Белка, давай пинай лапками. Честно, бей мечом его, чё ты стоишь? Я подняла раба, который будет бить вместо меня. Эх, девушки, девушки, везде видят рабов. Да это было в шутку. Больше на мага. Убиваем его, все, ложим. Поднимаем Войда, хоть поднялся. Эти бафы ему дают, как раз кулак там, приз, этот, лапку. Запускай Войда.
Я вообще могу соло здесь потанчить. Надо будет ретро себе сделать. Егор, у тебя будет какой-нибудь второй спек? На да хилом? Танчи я потущу, блядь. Ты успокойся, танчи. Так но... потанчу. Я просто потому что это... Пожалуйста. Я чувствую, просто здесь ретрики валят нормально. За 20 дают ДПС. Поэтому если второй спек обязательно сделаю. Да, ретрики здесь поначалу валят, потом они сдуются. Белка, тебе свиток надо или что? Да столик. Похавать. Штрудели. Мага бафните, что там лапы все есть. Тихо, почему белка перехиливает тебя? Ну да, белка, что ты хочешь? А ты кто? А ты кто? Честер или кто? Честер. Я просто Честер. Ты ходишь по уже. Ты каждые 5 минут ходишь за читером, что ли? Да не, ну как я белку мог перехилить? Ну ребят, ну вы че? Ну как? Вот так. Просто он не пил еще. Это мужская кто солидарность. Честер не пил, Честер уже бухой наполовину. Я с любым поспоришь, он же бухой, на, блядь, в половину. Не, в рейдах сидит, говорит, нет, нет, Лимон, ты что, нахуй? Я, да Лимон, что, лови, я сейчас сорву. Сорвет. Я вам что, один косты буду сбивать, что ли, или что? Да. Да, один. Что, у тебя проблемы с... Я вообще путаюсь в кнопках. Заливай косты, не пизди. Вот снова хоть весело стало играть. Ну а чё ты, я не понял, ты же одолжение что ли рейду делаешь? Я один косты тебя сбиваю и, блядь, рот закрой. Да я говорю, хоть весело стало играть. Тебе нравится косты сбивать? Да. А мне что-то какую-то херню повесило. Хильти там... Ладно. Хилы. Ты чё такой болтлив? Ну тоже бухнул, наверное, с Честером там в паре. Бежать надо! Ой, еба мне, я... Бля! Марина в соло хилишь. Еще бы есть БР у кого-то, только снимите Войда. И залейте быстрее, инферналов на него очень сильно объешь. Даем сакру. Честер, готовься захиливать. Готовься захиливать. Блять, Войд, сори, не успел тебе возложение отдать. Буквально секунду не успел тебе возложение отдать. Бывает. ГХД не успевает откручивать. Да просто секунду, сука. Вот это отвлекся на пиздец. Ой, верни их, блин. Забрал. Да не успел я его возложение вытянуть. Буквально секунду. О, игра выжил. Да нет, да они это тут, я... Они, да я, они тут филят. У меня тычка подходила, только 20к начинал давать. 600 дал, блядь, 20к. Ну так сдох, поэтому. Давайте уже лорда. Лорда. Не успел я, блядь, выделить. Ну с кем не бывает. Я тоже однажды не успел, там на краю подскользнулся. Упал. Если ты думаешь, что себе пошел, блядь, давай не будем. Ты же, блядь, сейчас пожалеешь об этом, потом меня кикнешь просто с гильдии. Нахуй тебе нужно. Подскользнулся однажды на краю, короче, на личе 25 гер. И упал, короче. А лич протонул весь рейд в центр и кинул осквернение.
Я с десяткой с платформы падал. А кто падал-то с платформы? А, во, ты же падал. Шо, шел задом, упал. Ну так я так же, только 25. Там по-другому было, ой, там до этого разлили в лужу в центре, ты упал, и весь рейд в лужу протонул, и все утонули там. Было весело. Просто за секунду сдох. Да. Я помню вообще пиздец, я помню набухался, Егор рейдил 25 гирлича, на мне лужа, я, короче, просто упал с платформы, чтобы не разливать лужу. Егор тогда, конечно, меня так потом гнобил, я это помню. Пускайте. Берите все темную, я светлую, ем Алекса. Ага, такое. Зеленую берите все, сейчас чемпионы. Какую темную, сейчас чемпионы. Чемпионы должны быть. Давайте чемпионы. Ебать, че веснейший или бухой, Белка, ты хоть резвая? А что случилось-то? Что не так-то? Поехали, что? Без комментариев. Пускай. Честер трезвый. Честер нет. Честер нет. Честер, ты трезвый? Да. Просто, дружище, если ты мне хочешь поподъебывать, поверь, ну это хуёво закончится. Это ты кому говоришь? Ну кто там воид какой-то, блядь, я хуй его. Не, я не знаю, кто это. По-моему, воида нету в рейде. Тири. Ты чё, блядь? Я тебя понять не могу, блядь. Тири, это у нас ДК. Звёздочка. Дайте катку-то, а. Команд хил. Так, паладин. Паладин хил. Это Алиса. Это обычка. Ему он спорит. Нет, просто метки ставлю, что там, друля нету. С нашим-то ДПСом нехай расставляй. Да контрольте хилов, один вихрем, блядь, маг есть? Хоть в рейде нету, блядь. Маг есть. Маг, контролишь самого, слышишь, маг? Маг, вот это твой таргет, трусы. Держишь в овце его. Три друида, вы думаете, что делать? Вы что, прикололись? А там ГКД вешает. Агро. Агро, контролишь друид, этого самого рогу, ромбик. Слышишь, агро, ромбик? Я подержу ДК, заливать будем чернокнижника, черепок. Вот. ДК, Вейман, а вытянешь в рейд его. Давай ханта зальем лучше. Нет, сначала лока заливаем. Ну, давай лока. Забираем череп, потом сосок желтую, потом хилов. Чек на пол. Ах, ты сидишь на трусах, друид, агра, ты сидишь на ромбике. Нано-белочка, помогаешь в случае, если это рога к вам придет, не фривишь. Вот, если ты фирнул, ты говори сразу, потому что, чтобы я фир не дал. Дай черепок в рейд. Черепок, заливайте черепок. Сирис. ДК, что-то не вижу хватки. Можно бы вытянуть к рейду. Отходим от лока, кастует говно. Походу ДК меня не слышит. Ах, ранжу набирать, не бежать в рейд. Фири вот этих два хила стоят, лока хилит возле черепа. Ой, за фири. Фир, дайте мне зоне. Да. ДК вообще в РК, он слышит меня? Зачем тебе ДК, лучше с командой хилов вихрь кинуть? Ну добейте лока, и потом убивайте хилов. Вы не можете лока добить уже. Вихрь 30. Кинуть, чтобы они не хилили лока, видишь, он хилится. Вижу, поэтому я поставил двух друлей на хилов. Ой, мага и друля на хила. Марина, по контролю хулипала, а? Будь любезна, через вихрь. Ты и так захилишь все. По контролю хулипала через вихрь. Ханта, ты. Да ты понимаешь, у меня промахи. Ченку. Ты ченку бейте. Не тебя поохраняю. Самула, Делану в контроль. Рогу в корне бейте, почему лис. Он стоит на луже. Хантов. Кого бьем? Ченка. Кого? Ты ченку. Лунапарт. Хант. Два тела бьют кружок. Кружок весь рейд, бейте, алло. Сова, подойди, бей кружок.
Лимон, дай белки корону. Не смог. Да, эфир. Следующий сразу дам я. Диспайл. Диспайл меня. Пиздец. Где сам, да блять? Что-то лежит, ебать. Так а что на меня, говорит, а все сразу старые. Блин, у меня все в кабе, просто все. Да, я ж не спорю. Да у меня не... тоже и кожа, и корни, и все. Я тебя хрен отмок, блядь, у меня все. Да это ложится, короче, это нету смысла. Да бей пока еще. Давайте, Алиш. В принципе, можно выиграть. Ханта, потом Рогу. А ханта мы не можем пробить, потому что его хилят. Лимон, это не контролируется. Настрой осталось. Ну что, партизан, вот он носовал, он может спокойно контролить и корнями, и на себя может дубовую кожу и корни дать, он как тряпка. Не вайпался нахуй. Я контролил, но только прикол в том, чтобы на мне полностью висел рог. Я ж держал рога и всех... А ты не можешь на себя хватку кинуть и отбежать, и он останется в корнях, и поддержи его постоянно в корнях. Мне не говорили его копить, вот именно, что я его держал. А что тебе должны кто-то говорить, это PvP-боссы. В смысле? Ты что, не кидаешь на себя корни, когда тебя кто-то... Ну, Берал должен об этом сказать. Да, я их держу, но при этом я пытаюсь продамажить, и так как хил не мог где-то периодически прохилить, я... Короче, пытаюсь... встаем, летим, хватит балаболить. Еще раз. Сейчас запустим ДДК. Отойдите, Смида. Смида, отойдите. Убегайте. ДК через меня в Дискорде. Чего? ДК и маг через меня в Дискорде. Они вас слышат через меня. Замечательно. Тогда почему ДК не вытащил Лока, когда я сказал, что он вытаскивает Лока, хватка в рейд? Ответь мне. Он ДК, если он с тобой. Он просто промахнулся. Что значит промахнулся? У него нет капа меткости? Нет, он еще собирается. Ну а чё он тогда не пьет фласки на меткость? Почему он не ест хавку на меткость? Чё за борода вообще? Нету еще пока ничего. У кого это волнует? Скажи ДК, чтобы он вытягивал в рейд. Кого в этом случае, сейчас посмотрим, кто это, на. ДКшник, ты слышишь? Поставь власть крови, под ней дамажит обычно. Андрюх, включи власть крови. Так, прист. Шаман, хил, вар. Вара, Егор, подержишь вара. Я подержу. А мне некуда. А мне некого держать, короче. Ну, короче, вара в стороне от рейда, вот печенка. Друиды, сейчас кидайте на себя дубовую хватку. Станьте с мишки. Блин, вы самые живучие твари. Вы в кошке можете убежать. Стыдно. Первым заливаем приста. Вторым мага. Череп, крест и потом охотник. Череп, крест, квадрат. Порядок залив. Партизанчик. Ты саму держишь, кидаешь в ветра. Второй хил, этот самый агра. Ты кидаешь в ветра. Агра, твоя луна. Партизанчик, твой. Твои трусы. Это ваши вихри. Луна, трусы, два друля контроля. Вара держит ауди. Заливаем первым мага, потом приста. Все, в принципе. Я в рейде буду стоять и там чек пробахать. Так мы вас. Первого кого? Крест или череп? Первого крест. Крест. Крест, потом череп. Вытягиваешь крест в рейд. Если он блинкуется или куда-то уходит, переключаемся с черепом. Декадок, ты встань, вот где воет стоит, в эту сторону вытягивает. Да успокойтесь, ты... один милик. Слейте все грамотно, блять, распирьте, расконтрольте, продиспельте. Один милик. Вот, ты первый эфир, я второй. Беги, давай беги, забирай, погнали. ДК, вытягивай крест.
Рест в рейд вытянули и залили его. Где хватка, блядь? Я не вижу хватки. В чем проблема у ДК? Да нет у него хватки на панели, чё ты? Рейд весь, отошли. Отошли от этих чуваков, бьем крест, потом череп. Идите вообще от рейда, ну от врага. Бьем крест, потом череп. Наберите рейндж. Педлов с хилов снимите. Дали бог магу, бьем пока пристал. Все, с диспелли добиваем. Хилов, не забывайте контролить. Короче, заливай. Стопы, магу, блин. Фир дали. В лизоне фир дали. Диспелли теперь вообще. Маг, в глыбу нахуй иди. Все, крестик тут. Блин, третий пал, что-то крестик опять? Что они там делают? Это конченый Сирус, а? Там, говорят, ДХ будет сегодня. Как они заебали своими рестартами, я просто, блять, ваху. Новый инст делают или что? Да, новый инст, черный храм. Мне кажется, мы неудачное время выбрали для РТ. Могу магом так играть. Ты можешь, но видишь, маги некоторые не знают, что можно, блядь, дать кольцо льда, конус холода, блин, блядь, съебаться, уйти в инвиз, нажать копии там и так далее. Они думают, что хилы будут хилить, как на обычных ПВЕ боссах. Вот в чем проблема заключается. А также и друиды не кидают. Ну вот и все, это ПВП. Я здесь вообще в ВК, когда хожу на X1 на РД, вообще спекаюсь со Фроста и кладу хуй на вообще все, что происходит. И во Фросте у меня куча рейдов, меня там никак жить не убьют. Вот и вот, все. Белка, запомни, если ты пойдешь дальше в рейд, будет ДПС, а не хватает. Это лимон, бил хуй. Запомни, Белка. Заходи, Егор. Егор, Агро, ждем только вас. Ах, виски, кола. Блин, да я с сигаретой на кухне. Ну дай... Минуту одну докурю сигарету. Виски с колой от Мюро вкусные. Так, Роми зашел, все, ждем только Ауди. Давайте пока запустим. А если они появятся на середине, что ты будешь делать? Они сразу сагрятся. Давай посмотрим. Егор, зайди в игру и иди докуривать. Нажми кнопочку там зайти, чтобы мы могли запустить. Да уже запустили. Ну... Просто тогда не двигайся, просто пока стой, да и все. Он не слышит, наверное. Да слышит он все. Пойдем по канчиков. Так, друиды. С вас будут три контроля. Маг тоже внимательно запоминай. Будешь кидать овсу тем, у кого диминишн и наоборот. Будете кидать друли ветра тем, у кого диминишн на овцу. Вроде все. Так, а ставлю. Вот это сова или что, партизан, это кто? Партизан. Да, сова. Да, сова вон стоит. Сова, секунду, еще метки расставлю. Дай больше. А, сова, дай больше дамага. Ты меньше танков дамаг. Так, шаббат. Я дамажу более или менее. Просто прикол в том, что я же тебе объясняю. Я и ветры пытаюсь провесить, кого-то в корнях пытаюсь подержать. И вдогонку на мне постоянно висят мобы. Я их скидываю корнями, но. Корни дают всего 3 стака, а когда на мне 2 пэта и рок, то есть вот одним прожимом они сразу все это сбивают. И мне постоянно надо и бегать, и контролить. Мазаться, я понимаю, мазаться это хорошо, но надо действовать еще что-то лучше. Мах. Это все хорош. Мах, твой шаббат, твой ромбик, держишь его в овце. Это Энх. Егор. Ой, где он тут? ДК. Сирий. Звездочка твоя. По поводу друля, белочка, нет, не белочка, а партизанчик, держишь друля в ветрах Меладора. Не Того. Может. Не может? Нет, не может. Только лок изгнания, полена не этот, не контролится. Ну, лока у нас нет, тогда придется, ну, придется как-то сбивать станы, если не может.
Смотрите, заливаем первого. Давайте ханта зальем. Черепок. Потом зальем. Так, Вилана, ЧП, да, потом. Все, потом всех остальных. Череп заливаем, потом крест. Кто там в РК? ДК. Скажи ему, пожалуйста, что когда я побегу к боссам, он должен бежать со мной и вытягивать черепок в рейд. Рейд вот здесь должен стоять. Все вот ДК, ты сразу хвалику делай. Андрюха, вместе с танком, когда побежишь сейчас, сразу хватай череп в рейд тяни. Вот, рейд вот здесь вот, стойте. Все хилы и ДД, РДД в этой, в печенке. Егор заберет слева, там будет держать ДК. А я справа буду. Вот здесь вместе с вами. Буду мелизону контролировать. Итак, еще раз. Мах, твой ромбик. Держишь его в хексе. Если хекс пропадает, партизанчик, если видишь, что ромбик по рейду бегает, кидаешь ему друлю. Ну, диспела нету. Мах, воруй и ходки друлевые на Mortal Target. Mortal Target? Mortal Target, это которого мы бьем. Череп потом... Вот, Вилана, это холипал. Что можно с хулипалом сделать? Агро, кидай хулипал из ветра. Вот. Ой, хулипал будет стоять. Еще дам нет у него трусы. Агро, трусы твои. Чек на пул. Сейчас каски дам. И к рейду не подходить. То есть вам не обязательно бежать. ДК вытягивает вам Mortal Target в печенку. И все. Все, погнали. ДК, побежали. Бейте. Ага, вижу. Войд, фир, дай. Да, сало, масса, сало. Заливай. Череп, череп. Сори. Давай следующий. Геру воруйте. Масс, вчера. Кабаду это. О, ветра. Все, Алису заливай. Больше дамага. Еще фир в мелизоне дайте. Да больше нету, Егор. Лису пробей. Стал чуть-чуть. Прожал, там греет весь. Ах, копию нужно трубу нажать. Три Алису хилит друг. Блин, тут сбейте друли какие-нибудь эти косты там по крови и паладина. Два, точнее, один. Все, крест пьем. Христа. Бьем крест. Шабаду ветра. Поги, здесь сюда первый отлетает. Нужно постоянно мансить. Отошел. Конус, кольцо льда. И так далее. Белка, не отходи далеко. Крест играем. Бриенна. Леди Бриенна. Убиваем ее. Какая леди еще? Леди Бриенна из игры престолов. Вот, на кресте. Все, друг свалил. Стал мустан, попил, бейте крест. Все нормально. Честер, белку прожми. Белки каплю. Некогда. Фир тут дали нам. Крест фир дал. Друиды сразу контрольте. Бейте косты. Стало вешать. Скоро фир дам. Секунда. Друиды встреть. Мало контролят, шамана пульт друид бегает. Друид бить, как заряжает прикосновение целитель. Мах, по возможности, смотри, кого друг и вчера крадж. Ходки у вас тогда. Дал фир. Ветра. Ставим крест. Ставим усы. Улипал, давай. Он заебал. Будет хилиться. Бьем. Вот шаббат, кардич. Корни, ветра, шикарно. Так, все, один контроль. Теперь два контроля. Шабаду и по Меладору. Все. Спорим, что-то с аудио там, когда он... Пока там кидает... Тетирик подходит к вам, наберите от него, потому что он бежит на тех, короче, кого меньше всего брать.
какие-то тряпки. Так что, шабады давай льем. Ветра хекса прекратили. Ветра хекса прекратили, потому что побьем его только костюм. Да. Друля контр. Рулю бейте. Да, там. После шабад заливаем друля. Смотри, кинули в ветра друль. Я знаю, я говорила, что можно. Заливаем туда меладон. Руля, кроме ветров, больше ты ни во что не прокинешь, только если встан. А вон, так, сопротивляющий обездвиживающий, он скидывает. Я понял. Ну все, тогда друль. Кто там этого бьет-то? Друида. Вейман, дек. Все бьют друида вроде. ГДК бьют. Бить ДК, если можно друида и бить ему как. Сам так. Если он ветрак, зачем друида бить-то? Вы начали бить, зачем вы даете ветра? И потом заливаем друля после. Зачем вы ему ветрак? Если верите, что ваш таргет, ну, начный вами таргет, мертв. Перестаете давать ему хан. Все. Одной смерти, да. Один тату умер, мах. Все, запоминайте на будущее, потому что рука, если не будете, то будут ваншоты. Тролов там, хантов, все. Прибегать да это придать вам почту. После сегодняшних потерь мы стали. Зучи камень, нахила. Лата. На ретрика. На АДК. Пали великие воины. И ради чего? Откажусь. Кому бафы какие, пишите. Каск крестом тогда. Отходите со всех. Выпускаю валик. Ресрейд берет темную, я беру белую. Валик танчим рядом. Прошу не врываться с ДПСом. Сюда магазин. На пул у нас нет. Вары, совы, к вам просьба не врываться, подождать, пока поставим. А давай, Егор, ты белую возьмешь. Или как? Или темную взял? Белую? Ну давай, возьми белую, потанчишь левую, и я потанчу. Побежали. Погнали, Андрей. Дайте потом вырывать. Белка Дайна. Все, бьем. Бьем свет. Это его. Я забыл, что мало нет. Ну, отлично, пусть стоит. Пары поклеивают. Договор, игра. Правый договор. Открываем карту. Следующая спецспособность будет ваша. Один за цвет. Это будет темная воронка. Клеит ничего не будет. Если будет белая воронка, себе белую эту парашу слева от вас. После воронки, если будет, в зависимости от цвета, тебе. Пьем. Не знаю. Не знаю. Да нет, ничего не берут. Способность 5 секунд. Смотрим, какая воронка. Сильная воронка. Никто не пьет. Давай-ка отведу, Егор, чуть-чуть от тебя, чтобы поменьше дамага пьет. Воронки. А, ты сам? Лимон, я научился прожимать. Ну, норм. Все, побежали. Другой. Темная воронка у нас была. Нет, тайм. Чтоб белый. Отведи чуть-чуть белую, отведи от воронки. Белый. Вот так вот белый. Способность. Борем, что это? Белую воронку. Взяли белую. На ком темную добавку. Бьем, погибли мы. Бьем таргет аут. То есть погибли мы. Отлично.
Изи-бризи. Бежим на ласта. На ласте у нас, что там, хантов нету. Сова, агра, мах. Вы по сферкам играете. Отбиваете сферы все. Что там дальше? Сливаем весь трэш. Чё? Ни роги, ни ханта. Ни роги, ни ханта. Да ничего страшного, мы вчера так же ходили в ВВК, и у нас это соус я сбивал паладином. Короче, справитесь. У жука отхил, режет либо ханту в ротации. Да, я знаю, но у нас нет этих персонажей, поэтому будем напрягать. Думаю, хилы нормальные у нас, два хила, честер с белочку стопнут на 30%, и мы сдали 70 тысяч ДПС. Ну, это с вальками, я думаю, полтишка будет. Давай место уступлю, возьмите рогу или ханта. Нахуй вы за такую голову ебать. Ну кого тут можно? Да нормуль не переживает и позбивает. Портрик, испытание крестоносца, роги, остров Кельдана, Карвар 242, безвеч. Давай без роги пробуем, если совсем все плохо будет, я и сам уступлю мне. А сходи в ДД, Лимон. А? ДД сколько у тебя? 230 что-то там с какашками. Ну там ни камней, ни чарок, я не стал распыляться. Тут, блин, чарки дорогие, все дорогое. Тут я протопал с миру по нитке один. Не понял. Поэтому я вторым успехом займусь, когда у меня пал там будет 255 и выше. Ну, сейчас просто смысл. У нас паладина в гильдии, бля, как сахарная вата на праздник. Это палов, поэтому мой ветрик пока вообще не котируется. Будут принадлежать мне. Бодрова не в гильдии? Бодрова не видел. Бодрова, кстати, я вообще его давно не видел. Бодрова найду. Бодрова на X1 вроде видел, может, месяца три назад. Кого? Он здесь был в гильдии, все нормально было. Здесь? Это же... Ебанутый Редрик. Ну да, согласен. Так, чё? Сова, маг, задачу поняли? Сверки летают, вы их сбиваете. Трэш переключаемся. Стой, 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 стой. Трэш переключаемся. Трэш нужно заливать сразу, как только я его заведу на лу. Здесь вроде одна трэш выходит, да, трэшника? Или две? Вот. Надо же, да, ДК? Нажми, да. Я не помню, один, наверное. Один вроде выходит. Все, нажимай, ты нажимай. Забирай. Все. Давайте, чек на пол, все поняли. На позицию вставайте там. Червей, вот этих вот, червей говорю. Вот этих вот только жуков не сводите вместе, потому что будут ваншоты. Их надо разводить. Буквально метров 15-20 от друг друга. Так, Егор, давай босса потанчишь. А я потанчу, потому что потолще. Один, получается, червяка забирает Егора, а другого червяка забирает, получается... Да. Подожди, а с каких пор это стало? Ну, тут что-то поменяли. Тут почему-то поменяли так, что червей сводить нельзя, и надо разводить их. Смотри, какая тема. Если двух жуков ты сводишь, они, короче, начинают очень сильно бить по тебе. Поэтому здесь жуков убивают... Сначала одного заводят к мелизону, а второго бьют РДД. Либо сначала одного в мелизоне, потом второго. Поэтому я жуков сагрю, а ты будешь меня по одному забирать. Я вот здесь рядом буду стоять с жуком, приводить второго, когда забьют. Давайте чек на пол, сейчас увидите, как это все происходит. Не вопрос. Давай, как готов, пуляй будешь. Поехали, бьем. Не забывайте, мах, сова, вот, сверки сразу разбивайте, отлично. Жука сразу заводи на лужу ближайшую в центре, вот, где сова стоит. А тут один жук, отлично, выкадывай. Все, заводи жука. А тогда заводи его. Заводи жука на лужу. Там самого босса на лужу. Сюда трэш приведут. Забрал жучка я у тебя. Забирать нужно, просто босса лучше заведи сюда. И все, и льем. Все на луже. Понимаешь, что забыли просто... играть по боссу. Че? Я посмотрел на рейд, я думал, с ДПСа не хватит. Я думаю, хватит. Тут после 30% жуки не выходят. Поэтому просто тупо ДПСим и держим 20%. Посмотрим.
дружечку на лужу привел. Егор, зайди, пожалуйста, больше босса на лужу. Чтоб да сам что босс, ты, чтоб да сам босс стоял на него играть. Да текстат этого не меняется. Я не могу маской бить по всем. Заливайте жука. Все, взрывание. Бегаем от шипов. Если догонит, ваншот. Бегаем по принципу, шипы разряжаем в самой дальней луже. То есть не нужно разряжать в ближайшей, чтобы шипы как можно дольше за вами гонялись. Видите, я отошел куда? Там краешек. Че, еще летает говно? Она отбейте. Милики, жуков не бейте, пусть их бьет РДД. Так, на мне шипы. Агра, сними с меня жука. Агра, сова, сними с меня жука. 4 стака. Снимите с меня жука. 5 стаков, 60 секунд. Снял. Шипы, осторожно. Еще он только кашет. У меня сниженная... Не смысл его сейвить, я бы дал корону. У меня сниженная броня на 5000. На 6000. Заводи в лужу, в любую лужу, заводи босса. И туда я буду жучков приводить. Вот в центре лужи, иди туда его, иди сюда. У меня сниженная броня на 5000 на 60 секунд. Ничего страшного. Агра, ты тут? Может вылететь, бейте копатель. А может вылетел. Ну, ну давайте без агры. Заливаем копатель, там пока. Вот сейчас ДПС вообще будет проблема. Он зайдет. Как он зайдет, вылетит. Лимон, на священную жертву скажи, когда. У меня есть все. Скажи, когда давать будешь, чтобы он угу дали. Хорошо, хорошо. Заводи жука целиком на лу, фрейм был на луже, а не только. Мелики, да, вары могли бить этим АУЕ. И... Нет, ДПСа нету. Ну, что делать? Пульнули, давайте что делать. Вообще без ханта, без дрона, тяжко будет. И выйдем, вон лужи там разбиваем. Дам корону Роме. Не, не надо, не надо тут давать. Да, уже. Дам корону. Уходи. Дам корону. Лужу не трать. Я говорю, не трать. Блядь, тут нельзя, Егор. Оно, этот шипы в 2-3 раза быстрее начинает просто да искать. Ну, да смысл в этом? Говорю, дам корону. Ходим в другие лужи. Нам не шипы, боже мой. Чипами тоже не бегите, они дамажут. Ну, войкам на тапках. Что, нет больше сфер? Ну, тогда надо заливать. Третье взрывание это ГГВП. 8 секунд. Пить еще, это последний луж. Сюда подошли. Больше луж не будет. Заводите босс туда. Переводим доском на лужу. Чтобы фрейм был на лужу. Честер, не оверхили. Смотри лучше за тряпками. Не оверхили. Доведи больше босса. Егор, заводи, пожалуйста, как целиком на лужу, да, чтобы он стоял. У нас, блядь, не эта проблема. Подрываем копать. Фу, босс. Килы на 30%. Эй, меня можно навести. Фул только ау. А, у меня фул, Лёха, ну, держи меня на 7. А, у меня фул. ДК, стопните по ДК, стопните по Роме, по Воле. ДК на фул захилится, зачем? Стопните по ДК захилится. Вот Роме, отлично. Чтобы дальше буков херни у него не снималось хп. 15к, пусть так. ДК тоже 15к здесь.
Или по 15-20к не будет. 30-40%, что надо. Вот, отлично, где гору можно на 60. Мне тоже можно на 40. Берси 3 минуты, не успей. ДК поменьше сил. ДК. Но снова 20. Вас Роми вытащит отсюда свой дом. Ну да, только вара, точно. Сова, ДК, партизан. Марина, если по мане будешь садиться, скажи, я тебе залью. Ну, через возложение больше не смогу. Вот так и нужно держать. Лимон прожмереет. Так вы отдал. Забивайте босса. Не хили, я похили, подожди. Я следующий дам прожимку. 7-6. Поменьше хила. Саш, поменьше. Буйный рост, порежь тебя. Я прожал божественную защиту, сбавляем хил. Да все, мы добиваем уже. По идее, просто в 2 ДД убили. 3. 4, я бы сказал, Макс еще там. Ну, нормально, видишь, ВВК-то вы не сможете так, конечно, убить. Вобычка прощает, как бы, сетапы. Друид, надо такая фигня тебе, нет? Да, посмотрим. А, кто друид, тот больше... А, вот этот вот, который... Пер-пер-пер-фер. Все, всем спасибо за рейд. Че, успеем РС-ку десятку или отдыхать будем перед? А че, какие-то у нас сегодня есть карты в гильдии? Ну, так ты че? Да, 18. 18.